Когда Вячеслав Иванов определяет сущность поэзии, великий символист и философ, он говорит, что поэт – это орган народной души. Народ знает, а поэт говорит благодаря народу. И отсюда его высочайшая миссия. И эту миссию они чувствуют. Самое высокое, что может быть, это слово емкое и проникающее непосредственно сразу в сердце. Задача поэта, на мой взгляд, заниматься сотворчеством вместе с Творцом, прислушиваться к зову и принимать благодарно то, что он тебе дает. Ни в коем случае от этого дара не отказываться и не приписывать его себе. Плохие! 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 Без воды, без огня, под обстрелом кляня и моля об одном, чтоб плохие погибли не зря. Плохие развлекают хороших, 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 пишущих о плохих одно. Говно. Эх, собрать бы беду, бронированной тяжкую ношей, и покаяться всем, и плохим, и хорошим. Или возьмем Макаревича. Смотрите, что он пишет. Только в песнях да на бумаге остается дыхание времени. Правильно. Вот это высокое понимание функции поэзии и литературы. В песнях да на бумаге. Вот здесь у него и песня, и стихи вместе. Поэтому остается дыхание времени. Ах, как хочется быть поэтом современнее да социальнее. Но на самом деле самая трудная поэзия – это социальная. Гражданская поэзия – это самое трудное, что может быть. Социальные тексты, как правило, не остаются. Вот Галича забыли, к сожалению, самого великого поэта из всех русских бардов забыли. Только потому, что большая часть его песен была остро социальной. Как только пропадает объект, с которым автор борется, песня становится непонятной и неинтересной. Непонятно про что. Скоро забудут книжку «12 стульев». Непонятно про что. Уже смеемся мы над другим. Когда солдаты придут с победы домой, пока мы сможем гордиться страной, пока летним днем закружит снег, в моем огне я дам тебе знать, и ты вернешься ко мне. Просто социальные тексты, они, как правило, быстро умирают, так же, как газеты, да. Какая-то лирика, которая не связана никак с жизнью, с окружающей действительностью, в которой мы существуем и живем, она тоже мало кого волнует. И быстро как-то растворяется в этом тумане, да? А вот где вот это вместе, вот как это у Сашбаша, как это у Гребенщикова, как это одухотворено в природе Дмитрия Ревякина, как это одухотворено в канализационных трубах Петра Мамонова, как это романтично, солнцеобразно в поэзии Цоя. Беда действительно живет, да. Вот эта книжка, Александр Башлачев, «Как по лезвию», мне особенно приятно, потому что это культурное издание. И пусть разбит батюшка-царь колокол, мы пришли. Мы пришли с гитарами. Ну, всем известная цитата из Чаадаева. Что такое Россия? Россия – это царь-колокол, который никогда не звонил. Царь-пушка, которая никогда не стреляла. Нечто великое дано, но ничего не произошло этому народу, да? А вот произошло. А вот мы пришли с гитарами и напомнили вам и колокол, и колокольчик под дугой, и колокол на башне вечевой. И получается такое весьма содержательное и опять понимание собственного смысла и значения. Такое ощущение, что вот с его уходом что-то такое закрылось,
а другое открылось. И то, что открылось, это, может быть, не самое будет лучшее испытание для нас. По крайней мере, не спал ночи, написал этот текст «Предчувствие гражданской войны». Очень большую роль вот в том, в тот период сыграл Наутилус Помпилиус с альбомом «Разлука» и текстами Ильи Кормильцева. Это была настоящая, в общем-то, я вот не побоюсь этого слова, гражданская лирика. И начиная от таких песен, вроде бы, так сказать, не политических, там, как «Ален Делон не пьет одеколон», но картина вот эта, это достаточно страшного российского быта, который возникает в этой песне, она весьма гражданственна. Мы гороховые зерна, скованные одной цепью. Вот это высшие были проявления рок-поэзии в том самом смысле гражданственности, которую я знаю. Вот такая программа «Взгляд», появились такие смелые такие ребята. Ну, офигительно, они просто громили ЦК КПСС там, со страшной силой. И Шевчука дали в программе и так далее. А потом я показал кому-то из ребят, они говорят, а что ты будешь петь? Я говорю, ну, давай вот песню о телевидении там. Я прошел вас внимание, нешуточное внимание, ура телевещанию, да здравствует прогресс. Желание им фильтруется, и мнение формируется, и всякому явлению оно прибавит вес. Я сказал, нет, старик, это чересчур, это там зарубят. Очень смелые были. В советской информации никто не верил. И какая-то естественная реакция на то, что происходит, была востребована, наверное. Это было важно. Потом, когда наступило торжество гласности и плюрализма, это стало абсолютно ненужно, потому что нас завалили потоком информации. И вообще говоря, я не считаю, что основная задача пишущего человека – это утром в газете, вечером в куплете. Совсем нет. Поэтому никаких задач я себе в этом смысле не ставил и не ставлю, тем более сейчас. Если меня что-то начинает раздражать до такой степени, что я молчать не могу, то я могу из этого сделать песню. Она сама делается, она вырывается. За маршала, трамвая, дороги. Постоянно живешь в состоянии борьбы. Я уже сотню лет просыпаюсь в тревоге, если утром не слышу стрельбы. И мир так хрупок, не верен и тонок. Стоит снять сапоги и присесть у костра. Вновь с экрана какой-то холеный подонок зазывает меня в штыковую с утра. А я так устал на войне. Дети не рождены, это все за морями, за краем войны. Кто сегодня у нас командир? Стихотворение, даже текст, если хотите, для хорошей песни, это все-таки повышение языка. Стихи – это повышение языка. Это не мои слова. Но а попса – это, конечно, бесконечное понижение. Это совершенно такое утилитарное, такое низкое отношение к слову, даже не площадное, то есть без воображения. Привет. Как дела? Что-то тоскливо здесь. Да?
поеду домой. Ну, давай. Так получилось, что я очень требовательно отношусь к слову. Поэтому меня глубоко не интересует то направление жанра, сейчас очень многочисленное, где русский язык служит такими кирпичами для ритмического заполнения музыкального пространства. Не мое это, скажем так. Многие филологи, кстати, тоже так считают, что можно все от ума, да, развернуть концепт, добавить немножко ложку метафизики, приперчить это все мистикообразным и немножко добавить асфальта. И все будет кайф. Нет, это все ерунда. Поэзия, она как была, вот, когда люди здесь жили, на этой земле, вот что-то его, вот эта красота его воткнула в него, вот свои пальцы. И он взял и написал какой-то просто текст, который он просто не мог не написать. Вот что такое поэзия. Все нормально, сыграйте. Раз, два. Просто вот играем вот эту штуку, мы с тобой. Да. А ты на это сыграй. То, чем занимаемся мы в основном, это такие особенные стихи, которые рассчитаны на симбиоз с музыкой. И вот только находясь в едином целом с музыкой, они передают то, что ты хотел передать. А будучи напечатанными в виде стихов, часто выглядят ущербно. Поэтому я долго сопротивлялся печатанию вот этих моих сборников. На пластинке это нормально, а воспринимать текст песни как стихотворение не совсем правильно. Это не потому, что это стихи второго сорта, потому что они сделаны по другим законам просто. С какого-то момента я понял, что я могу писать стихи сам. А до этого, когда мне казалось, что музыка сильно сделана, а мой текст, который я пытаюсь приложить к музыке, довольно слаб, я брал просто тексты других авторов, больших поэтов. И они, кстати сказать, помогали мне и в музыке, потому что в тексте же есть своя какая-то музыка, и свой мотив. И берешь стихи Элевара там, или Рубцова, это определяет во многом музыкальную стилистику. Вот у меня это было так. От этого царь не смутится, от этого Бог не проснется, лишь только толпа удивится, лишь только народ ужаснется. А впрочем, еще один прочерк, и нечем горевать, и больше ни нот, и ни строчек, как станут певца отпевать. Мы сидели в залах, помню, фаны. Мы слушали «Машину времени», «Борю», «Майка». Мы все время переглядывались, толкали друг друга в бок и говорили: «Отличная строчка! Вот это мысль!» Но никогда не говорили: «Ух, смотри, какая мелодия хорошая! Смотри, какой ход! Какая гармония там, или там какие аккорды!» Мы этого не говорили, понимаешь? Был гениальный в поэтическом отношении Майк Науменко, который, конечно, как литератор, как и поэт, он, конечно, на голову выше всех. Но это в большей степени было, так сказать, может быть, музыка из поэзии из головы, нежели от души. В этом смысле Майк, конечно, самый такой, как ни странно, при этом рациональный, да, потому что он так очень, как бы, очень литературен, по-хорошему литературен, но это именно такая вот, в большей степени, именно такая написанная, сознательно продуманная, такая как бы некая поэтическая ткань. Я проснулся днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра, интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая. Я считаю, что, может быть, в какой-то степени я способствовал тому, что мне это многие говорили, это не мое мнение, это мнение различных людей, что люди начали писать песни не о, так сказать, свечах, там каких-то, да, эзоповым языком, а совершенно конкретного текста. Называя вещи своими именами. Я думаю, что к этому я приложил. Если говорить обо мне, они теряют очень много. То есть я, конечно, не поэт в высшем понимании этого слова. Мне нужен синтез искусств, чтобы это все гармонично как-то звучало. И пыталось достучаться до сердец. Мне кажется, что с музыкой оно как-то все правильнее.
так, да. А вот, ну, дружит с нотами. А вот так вот. Тум, тя-тя-тя. Все-таки писать стихи — это совершенно иной способ существования. Наверное, более закрытый. Да, мы люди на сцене все-таки. У нас очень много музыки, мы очень много о ней думаем. И, наверное, может быть, из меня поэт не вышло только по этому. Потому что я о музыке, о гармонии думаю не меньше, чем о слове. И пока ничего, ничего не случилось, я вчера еще помнил, что жизнь мне приснилась. Этой осенью стала она. И если вокруг одно лихо, и если кругом слишком тонко, люби всех нас, Господи, тихо, люби всех нас. Господи, громко, люби всех нас. Происходит некое совместное действие. Действие между исполнителем и слушателем. Когда я сижу в филармонии, я тихо сижу и слушаю. Но когда на рок-концерте, они поднимаются в едином порыве, двигаются. И вот это певец заряжает аудиторию, аудитория заряжает певца. Происходит соединение, как в греческом театре, что мы прекрасно знаем. Исполнителей и слушателей. И вот философия и также культурология говорит о том, что есть вот эти две крайности, они выражаются в двух греческих или восточных божествах. Это Аполлон, мера, такт, чувство, сдержанность. Это такие аполлинические сны по Ницше искусства. Аполлинический сон, где все размеренно, где есть я, индивидуальность. И совсем другое — Дионис. Дионис – это бог нарушения границ, бог разрушения личности. Я не один, я со всеми вместе. И я нарушаю все, что можно только нарушить. Ну неужели бы рок-музыкант написал строчки «В моей руке какое чудо твоя рука»? Это Фет и Тютчев. Рок-музыкант напишет что-нибудь «Лысый фонарь сладострастно срывает с улицы черный чулок». Вот линия Маяковского, как мы знаем, пошла в рок-музыку. Если пофантазировать, то я думаю, что все поэты Серебряного века бы, в общем, в большей своей части играли бы на гитарах. Да, так бы и было. Ну, то есть так примерно, ну, по моим ощущениям, склад... душевный склад примерно один и тот же, поэтому Маяковский гитаристом был. Есенин больше так. Группа «Чай» и ДДТ душевную струнку бы дергал. Я помню, в детстве, в юности переводили те же строчки и «Битлз», и Моррисона, и других авторов. Естественно, Боб Дилан, безусловно. Он, конечно, толкнул. Естественно, от Боб Дилана мы открыли для себя битников. Аллен Гинзбурга и так далее. И многих-многих других. И там-то была, конечно, поэзия уже настоящая. Да. Это интересно. В этом разница, скажем, питерской школы и московской, потому что питерцы, там и БГ, и Майк, они очень внимательно изучали с самого начала тексты тех, кого они слушали. Мы нет, не потому что не знали языка, я языком владел в совершенстве в 9 классе уже. Столько сил и времени уходило на понимание того, как они играют, на аранжировки, на звук, на технику, на их энергетику, что... У меня не было потребности копаться в их стихах. One goose drank wine, monkey chewed tobacco on the streetcar line. Line broke, monkey got choked, and all went to heaven in a little rowboat cliffhanger. Вот у Тома Уэйтса, у него имеется целая огромная галерея каких-то образов, да, там и женских, и мужских, потому что его песни — это истории. Или там, скажем, у Дэвида Боуи, там у него были интересные сценические образы, он тоже достаточно отстраненные, скажем, от него самого.
У наших рокеров как-то вот этого нет. Единственный образ русской рок-поэзии, который мне приходит в голову, это старик Козлодоев группы «Аквариум». Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как карастель. Стремится в окошко залезть Козлодоев какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало, гулял Козлодоев, глаза его были пусты. И свистом всех женщин зывал Козлодоев заняться любовью в кусты. В общем и целом, я бы не сказал, что наши рокеры, они создали какие-то интересные характеры и какие-то интересные человеческие образы. Они обычно писали достаточно абстрактно. Ну, скажем, у того же Гребенщикова еще есть Иванов, который на остановке в ожидании колесницы. Ну, может, там есть кто-нибудь еще у Кормильцева, у Наутилуса Помпилиуса. Или там Иван Помидоров, по-моему, у группы ДДТ, да, у Шевчука. Но в общем и целом, все эти наши рок-гуру, они не создавали образы посторонние, поскольку вся их лирика, она была про них самих. Толчком служит все-таки внутреннее переживание, какое-то чувство, какое-то внезапно открывшееся знание, может быть, о чем-либо. Это называется озарением. Но я не хочу здесь тоже из себя корчить какого-то, да, такого космического проводника, радиоприемника, который там считывает божественное, заглядывая в мир, в платоновский мир идей, считывает там информацию какую-то, никому неведомую. Да тоже я к этому отношусь достаточно иронично. Надо себя иногда как-то взнуздывать и не позволять разглядяничать и тратить время, его не так много осталось. И вот мы сидим каждый день, репетируем и сочиняем что-то. Это тяжелая довольно работа, мы ругаемся ужасно. Зато, когда вдруг что-то получилось, все счастливы, как дети. Постучалась песня в дверь, ты взял ее бережно и записал. Не постучалась, живешь себе, занимаешься другими делами. Как тайны делиться? Она перестает быть тайной. А мне это ощущение дорого и трепетно, поэтому... Как оно получается? Так вот и получается само собой. Бывает, мучает тебя какое-то достаточно долгое время. Бывает, появляется вдруг. Все по-разному. Сотни свечей ждут огня, тысячи глаз. Я начинаю играть в игру, когда на часах час. Маленький забыли все литиатры, свет керосиновых ламп. И вот вновь в небе поют голоса тех, кого я любил и ждал. И вновь там, внизу, тает снег, там, внизу. Если бы я делал этот проект как издатель, то я бы, конечно, совершенно по-другому его построил, я по-другому отбирал тексты, я по-другому его редактировал. Мне заказали как журналисту несколько текстов, я эти тексты написал. Мне кажется, что тексты достаточно хорошо отражают и людей, которых они, значит, скажем, которым они посвящены, и тот феномен, которого касается вся эта попит. Сейчас создается какой-то сборник, вот так как вы называете это, русской рок-поэзии. Значит, если слушать это иногда еще можно, а читать это невозможно. Белиберда. Там, может быть, один человек, которого стоит мне почитать. То есть я для себя что-то найду, а все остальное, в общем-то, к поэзии нет никакого отношения, на мой взгляд. Я расставил даты, но не потому, что я вот... такой бытописатель, да? А я расставил даты, потому что виден, может быть, какой-то рост
меня как человека, пишущего тексты. Потому что я действительно начал писать с куплетов. В небе радуга висела, на ней свинья сидела. Может быть, закончу этими куплетами, но это интересно, да. Мне однажды девочка одна прислала очень серьезную научную работу, филологическую, основанную на анализе того, что я написал за 30 лет, где она проводила параллели между образами, искала какие-то главные образы, которые проходят через годы. Я хохотал как безумный. Может быть, все это есть, но мне это совершенно неинтересно. Я это никогда не анализировал. Песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах. В начале 90-х рок-музыкант был героем своего времени, и он остался таковым. Но это герой типичный, наверное, нонконформист, который не находит себя, скажем, в заданном мире, в котором он рождается, по крайней мере, по той причине, что он не хочет заниматься ничем иным, кроме тем, чем он занимается. И в этой целеустремленности, в этом желании воплотить себя именно в том направлении, в каком он себя только и видит, это очень достойная позиция без позы, зависти и суеты. То есть если человеку удалось оставить после себя не биографию, а мифологию, то он неизбежно станет литературным героем и персонажем. Вот, блин, опять обломили, ребят. Да. Ребята, в котельную приходите ко мне после 10. Поиграем. Да, только оденьтесь поприличнее. Цой говорил, что когда сочиняешь музыку, в голове должен стучать барабан. Вот он начинал с ритма. Вероятно, сначала у него выстукивало что-то ритмическое, потом, значит, возникали какие-то аккорды, и потом, наверное, только строчки. И это, наверное, правильно. Что же такое алюминиевые огурцы на брезентовом поле? И когда я вот это слышу, повтор с такой бесконечно настойчивый, я вижу здесь что? Да. Может быть, занятие наше бессмысленно. Может быть, мы ничего не сделаем. И алюминиевые огурцы никогда не взойдут. Но я буду сажать. Это то самое, что у Сартра. Да, экзистенциализм. Да, это бессмысленно. Катить камень в гору, который упадет снова назад. Это бессмысленно. Но я сделал этот выбор. Я его сделал. И я его буду делать. И, может быть, из этого бессмысленного занятия что-нибудь вырастет. Три чикотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Хорошее стихотворение, я подчеркиваю стихотворение, потому что мне ближе текст, чем музыка. Потому что в музыке рока главенствует ритм. А я больше люблю мелодию, чем ритм. Не я, а большинство прогрессивного человечества. Так вот, здесь очень хорошее название, и это хорошо обыграно. «Пропавший без вести». Он пропал, и нет о нем никаких вестей. А оказывается, по Юрию Шевчуку, что пропавший без вести оставил весть. Какую-то весть, которую мы должны услышать. И в чем эта весть? Не воскресишь, но вечен с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.
Посмотрите, как у символистов. С ним, с большой буквы, и в нем, с большой буквы. Вот эти самые знаменитые числа, которые часто используют символисты в своих стихах. И знаком долгой печали никто не заклеймен. Но вот когда в нем выражается просто стремление к свободе в ораторе у Блока, тогда числа, формулы и уходят. И остается вот эта сущность, та самая сущность, которая невыразима, но которая есть главная весть. И вот этот пропавший без вести, и в этом стихотворении очень хорошо, и он не пропал без вести. Весть о нем осталась. Пропавший без вести, пропавший без вести, вот как Станиславский говорит, учитесь удивлять, да, искусство, особенно актер, это умение удивить, да. Я могу чуть-чуть удивиться, потому что я знаю там творчество Макаревича хорошо. Я знаю Борина вещи хорошо, Гребенщикова, знаю Шевчука. Такого удивления у меня уже нет, они об этом знают. Но меня радует, что они, в общем, остаются верны себе. Вот это вот главное. Понимаете, им не очень, так сказать, по жизни повезло с тем, что они не были музыкально образованы. И если они достигают какого-то уровня профессионализма в текстах, там, собственно говоря, особого обучения не нужно, не надо кончать литературный институт для того, чтобы быть поэтом, то когда это соединяется с музыкой, а они именно музыканты, поющие свои стихи, это разные вещи, тут наступает коллапс. Поэтому Андрей очень часто уходит, ну, скажем так, в авторскую песню. И выступает с гитарой. И это даже иногда более органично. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так. Он страдал, если за окном темно. Он рыдал, на ночь запирал окно. Он не спал, пил на кухне горький чай. В час, когда она летала по ночам, а потом поутру она клялась, что вчера это был последний раз. Он молчал, но ночью за окном темно, и она улетала все равно. Я в те годы, когда я активно этим интересовался, ходил на концерты, заседал в жюри рок-н-ролльных фестивалей. Моей любимой группой был «Аквариум», творчество Бори Гребенщикова, с которым мы дружили, так сказать, и я одним из первых узнавал о новых песнях и записях. И у него много песен, которые я тогда знал наизусть, и сейчас во многом помню. Вот. Но он, так сказать, лирик особого склада, так сказать, вы знаете, он часто очень ассоциативные ходы словесные добирается до истины, впрямую никогда. Это напоминает нам стеклышки в калейдоскопе. Их много, но они в некотором порядке. И когда мы вращаем, крутим калейдоскоп, да, возникает яркая-яркая картина, которая интересна детям и совершенно неинтересна взрослым. Взрослый калейдоскоп, в общем, не увлечешь. Но вот эта яркость, калейдоскопичность, видение, при этом с некоторой серьезной мыслью. Мальчик Евграф шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин в несгораемый шкаф, но вел себя, как джентльмен, и всегда платил штраф. Он был сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. На семинаре мы читали произведение Крусанова под названием «Американская дырка», и студенты обратили мое внимание на то, что практически главного героя зовут мальчик Евграф. И студенты мне говорят, так это же Гребенщиков. Как это могло возникнуть? История очень проста. То есть я в данной ситуации как бы взял уже в свои руки эстафету.
То есть у Гребенщикова мальчик Евграф – это персонаж, определен, так сказать, как он был сторонником гуманных идей. Да, вот. Это меня трогает. И он у меня именно и появляется. Персонаж, персонаж в начале книги, как молодой человек, легко идущий по жизни, и при этом еще сторонник гуманных идей. И он постепенно меняется, осознавая, что живет уже в мире постгуманистическом. Что, и что гуманные идеи, на самом деле, они уже, что ли, пережили, как змея, пережившая собственный яд. Они уже, так сказать, ничего, кроме слов, собой не представляют, и мир живет по каким-то уже другим понятиям и законам. Вместо тепла терен стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день, и коробка от спичек пуста. На кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Это схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас.